Ну вот наши местные куранты. Только 12 стрелки. 7 минут показывает. Ну фиг с ним. Сегодня у нас 14 марта. На улице солнечно, очень хорошо, но ветер, ветер очень сильный. Температура минус 16. И сегодня Масленица, с которой я вас всех поздравляю. И несмотря на то, что погода такая, я все-таки решил дойти до нашего парка и маленько поснимать торжество. Я думаю, для разнообразия это будет интересно. Все, встретимся в парке. Так, и детишки. Очень хорошо. Но еще у нас есть фонд помощи бездомным животным. 4 лапы. Находятся они прямо за мостом. В рамках мероприятия проводят благотворительную лотерею. Презентуют в эту зону с собаками и с родителями. А вы-то любите собачек? А давайте так, поднимите ручку, кто любит собачек. Да. Поднимите ручку, кто с собачками гуляет. Их меньше. Ну что, здесь на лесной поляне для нас, для собачников, действительно особенные условия. Ну и, конечно, вот мы, знаешь, Саша, на лесной поляне отличаемся тем, что мы ответственные. Мы за собой всегда убираем. Да-да-да. Какие молодцы. Я так понимаю, что вы прям здесь гуляете. У вас вся лесная поляна для этого, я так понимаю, да? Абсолютно точно. Здесь все для нас, для жителей. Ну и, конечно, жители тоже очень активны. Дорогие друзья, сегодня с нами волонтерский отряд «Апельсин». Школы 85. Ребятки, помашите ручкой. Вот они. Вот они, ребятки наши. Ну и, конечно, театр «Купол Кузбасса» имени Аркадия Гайдара. Они также находятся вместе с нами. Сейчас вы сможете их увидеть в течение всего. Да, тот самый, который ходит у нас здесь и развлекает чисто. Ну что, друзья, ну вот, а теперь пора встречать Масленицу. Всех блинчиками угощать. Мне кажется, пора на стола спускаться, Саш, пойдем. Конечно, конечно. Но перед тем, как мы начнем всех блинчиками-то угощать, нужно немножко познакомиться с ребятами. Ох! Тут нашли даже денежки, ты представляешь, и сразу отдали сюда. У нас, я так понимаю, копилки. Это знаешь, чья денежка, подойдите, я отдам. У меня в кармане. Хорошо, хорошо. Итак, мои хорошие. Так, Сашка, что мы сейчас будем делать? На Масленицу что главный? Какой главный атрибут? Смотри, я думаю, что главный атрибут все-таки медведь. На естественно, Масленицу. Потому что медведь. Что делать? Просыпается. Просыпается. Приходит на праздник, танцует с балалайкой. Ну, а какие-то есть еще самые важные масленичные предметы? Что самое важное на Масленице, как вы считаете, ребят? Так, пойдем. Да ты моя хорошая, давай громко в микрофон. Блины! Блины! Не нравится? Молодцы, хорошо. А что еще может быть? Что-то еще? Сметана? Тоже неплохо. Еще что-то может быть? Масло, сгущенка, орешки, творог. Икра! Икра красная, икра черная. Сгущенка! О. Кто сказал? Да, абсолютно кто? Точно. Подожди, кто сказал сгущенка? Дай, вот, я. Вот, вот эта сладкая девчонка сказала. Кто? Нет, а еще что-то, кроме блинов и десертов, еще может быть что-то. Смотри, тихо, тут сейчас ребенка разорвет, она руку разорвет. Давай, давай. Это интересно. А что-то не связанное с едой есть на Масленице? Давай. Чучело! О, вот это уже да, интересно, интересно. А мы ничего не услышали, что это было? Говорят, сжигают вурцову. Да, это Масленица, красивое чучело. Как только вот в конце праздника ее зажжем, как только она зарит, тут же весна. Ох, это хорошо, потому что у нас как морозы, зима не сдает позиции, но она обязательно это дело устранит. Но, ребят, как уже сказали ранее, блины являются самым важным атрибутом организма Масленицы. Кто кушал уже блины в течение всей недели? Похлопайте очень громко! Ай, да молодцы! Мамы ваши готовили!
Ну что, нам нужно 12 ребятишек. Сейчас наши помощники выберут, куда помощники наши бежали. Ну пойдем, ты уж сам вышел первый, да? Давай, ручку. Разворачиваемся лицом к нашим зрителям. Ой, стоп. Все, ребята, теперь бонус. Все. Обязательно в следующий раз. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ребятки, ну в следующий раз вас возьмем, ладно? Блинов у нас много. Очень много бонусов, очень много подарков. Ну что, мне кажется, что вы все извиняюсь, ребят, на сцену забрали. Вы хотите на сцену выживать? Итак. Тогда мы приглашаем вас подняться на сцену. Давай, Евгенечка. Вот, заходите, ребята. Располагайтесь. Пожалуйста, добро пожаловать на сцену. Наташенька, ты скажи мне, а ты чего же ребят на сцену выбирать? Я же так понимаю, что это все неспроста. Ох ты, неспроста! Раз я тут сижу, значит, что ты сейчас делаешь? Что можно делать? Котенок такой, да? Мама, это кот наш! Принимайте участие. Вот это красавец у вас. Красавец какой. Это сколько же чесать надо? Много. Не бойся. Он адекватный. Ты красавчик какой. Сколько он весит? 100 с копейками. 106 в последний раз. Да. Вот такой красавчик. Спасибо вам. Аккуратненько,
Ну и все, я пошел домой, маленько прошелся, посмотрел. Я думаю, этого достаточно. Конкурсы, ну я что-то как-то никогда особо не любил участвовать в этих конкурсах. Столба я, правда, не увидел. Но в нашем жилом районе, конечно, все это по-скромному. В городе и народу побольше, и более широко, конечно, гуляет. Мне в город я не поеду. Холод, не хочу. Еще раз всех с Масленицы. Здоровья вам, вашим близким, разумеется, хорошего настроения. Ну и всего самого наилучшего. Все, всем пока.